Здравствуйте. Всем хорошего дня, всех с праздником. Денис Майданов на избирательный участок в Одинцово пришел вместе с сыном. Хотел всей семьей, но не получилось. Домочадцы свой выбор сделали в первые выборные дни, пока глава семьи объезжал с проверками места для голосования. Меня, конечно, радует явка, радует активность наших избирателей по всей стране, потому что мы идем на цифру порядка 70% явка. Это очень высокий показатель. Многие на этих выборах предпочли электронный формат голосования, но заслуженный артист России решил прийти на избирательный участок, чтобы наглядно показать сыну, как просто, но в то же время важно осознанно отдать свой голос. Сегодня в то время, когда важен голос каждого, выборы президента – это ответственно для каждого человека, но выборы президента в этот геополитический исторический момент – это личная ответственность для каждого и возможность поддержать тот курс, которым идет страна. На участке 39-49 в Жуковке избиратели идут один за другим. Все меры безопасности соблюдены, как и на других участках округа. Процесс голосования максимально открытый. На участке на постоянной основе работает система видеонаблюдения. У нас оборудованы две камеры, которые на постоянной основе осуществляют запись в круглосуточном режиме. В том числе присутствуют два сотрудника полиции. На входе стоит рамка специальная, в том числе. Поэтому безопасность у нас обеспечена в полном объеме. Второй день голосования глава Одинцовского округа Андрей Иванов решил начать на избирательном участке, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Спасибо. В округе на выборах президента России работали 173 избирательных участка. В 20:00 воскресенье голосование было завершено. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».